Поперло. Ой. А там они уж и колют сразу. Колют на продажу. Горит красный огонек, значит, снимает.
чай здесь. Значит, красный. Да. Продолжаем пилить дрова. У меня закончился бензин. Залил бензина. Где-то там пилит. Свалили, почистили. Сейчас будем пилить на шварок, на маленькие чурочки. И тут Геннадий Назыров привез продукты мужикам, которые лес пилит. Вот. Так вот. Вот такая пила. Покупали в Муромцево, лет 5 назад. 5600, что отдавали. 252 карбор. Вот. Ладно. Осталось еще вот березы. Там вон 3 штуки. 4. И вон там куреек берез. Вот. Но они все смотрят в разные стороны, а ветер сегодня в одну сторону. А, осины там еще остались. Так. Ладно, пойдем пилить. Грузит дрова. Там ковшик такой стандартный. Ну, во-первых, легче в ковшик накидать, чем в телегу. И тут склон. Склон. Телегу можно не вытащить. Ну, спиритком трактор-то вытащит. А мой трактор не вытащит. Бунт спереди тяжелый висит. Мы вчера маленько пилили, сегодня вот приехали. И еще остались вот желтой краской. Штук 6 или 7. Ну, мелочь. Они туда накладены. Вот так вот. Сейчас накидают. Я задней скоростью включу зад и выехаю. Так, все. Вываливаю. Температуры нет, холодно.
Радиатор закрыт, но надо еще капот такой вешать.